Я хочу еще. Тихо. Кто это? Мама. Мама? О, нет. Алло? Да. Дай мне синий. Я? Нет. Лав. Вы что сделали с нашего клея, который я покупал, который нам для магазина? Баскетбол. Все, значит, никакого магазина не будет вам. Ребята, всем привет! Привет! И с вами снова мы, сестрички. У нас сейчас появилась такая классная идея. Мы нашли с Ксюшей 10 литров клея. Последний раз мы делали слайм из 5 литров, а в этот раз целых 10. А Маргарита, что родители скажут? Не знаю. Как раз сейчас мама и папа уехали в магазин, но мы остались дома с Максом и Каролиной. Ну что, поехали! Сначала нам нужно убрать ковер. Сейчас мы это сделаем. Да, убрать. А теперь нужно помыть полы. То есть пол. Надеюсь, мы успеем до прихода родителей. Ну что, ребятки, мы принесли контейнер и клей. Я хочу, иди сюда, я хочу попробовать, да. Ну что, будем выливать клей. Так вот, так. Так, сейчас выливать, я уже открыла. О, нет, я так боюсь. Ксюша, я боюсь здесь. И Симона нас наругает. Давай только такой сделаем, все. Нет. Я хочу еще 10 литров. Ну что, мы уже вылили весь клей. Сейчас Ксюша пошла за водой. Потому что этот клей сильно густой, и его надо разбавить с водой. Выливаем водичку. Что это все? А? Вот опять пришло. Начинаем все размешивать. Руками? Нам нужна однородная масса. Макс, иди, мультик смотри. Ксюша. Сейчас мы добавим пенку. Я пока буду перемешивать. Теперь добавляем гель для душа. Давай, мешай. Я, наверное, весь добавлю. Потому что... Да, весь добавь. Так, хорошенько перемешиваем. Макс, ты нам помогаешь, да? Пингу добавляет. Опа, Ксюш, сходи, кто это? Кто это? Мама. Мама? О, нет. Алло? Алло, привет. Привет. Хорошо. Что мы делаем? Мы смотрим с малышами мультики. Все хорошо? Да. Хорошо. Давай, пока. Они скоро будут. О, нет. Так что нам надо быстрее заглушать. Ну что, начинаем заглушать. Он еще горячий. Все? Да, сейчас подожди, я перемешаю. Можно руками? Да, я хочу руками. Нам нужно это все хорошенечко перемешать. А потом я буду добавлять еще. Добавлять. Сначала нам надо это.
Ребят, посмотрите, что у нас получилось. О, как круто. Сейчас мы принесем баллончики с краской и будем его красить. То есть Ксюша, а я его сейчас переселю на пол. Пол у нас чистый, мы его помыли. Так что... Быстрее, давай быстрее умножим на пол! Ой. Реально красиво. Макс, опять же тут. Все. Иди. Опа. Опа, да? Вот такой крутой. Очень большой будет. Лей! Меня. Лей! Так. Дай мне теперь будем смешивать. В общем, он у нас не покрасился. Он вообще-то фиолетовый, такой нежно фиолетовый, но на камере он какой-то такой белый, или не знаю. А из чего вы будете слайм делать для магазина? У нас еще один остался. У вас остался один бутыль. Вы что, с одним бутылем с 5 литрами будете делать слайм? Но это уже все, это уже нельзя продавать. Ну, потому что, во-первых, вы его на полу делали. Нет. Ну, я сейчас зашла, вы его с пола брали. Вы что? Мы играли с ним. Вы что, снимали? Да. Вы что, снимали, что ли? Да. Это что за челлендж, я понять не могу. Челлендж? Истрать весь клей? И Макси Карлина тоже. Это была Макси Карлина своя идея. Карл! Макси Карлина. Карлина сказала. Карлина Вэль. Да. Карлина сказала, сделаем слайм. Да, ага. И Макс, а вы такие, да, мы, конечно, пойдемте, возьмем клей и сделаем слайм. У меня вот это теперь, сколько здесь, 10 литров? Да, да. 15 литров. 15 литров
Чтобы просто играть. Мам. Да. Вот, вот теперь это ваше, понимаешь? Вот это вот нельзя уже в магазин. Вы что, с ума сошли, что ли? Круто. Круто, очень. А клей где возьму? Купишь? Все, купить можно. Девочки, так нельзя делать. Потом уже играть. Я клей убрала, а как вы его нашли вообще? Потом Ксюша истратила всю краску для волос. Какую краску для волос? Это я, Маргарита сказала. Вы что? Вы красили краской для волос слай? Да. Дай сюда. Хочешь, я сейчас на голову его? Нате ваш слайм. Не, вы с ума сошли, честно. Мам, ну посмотри, теперь тоже можно играть. Смотри. Вот это вот, 15 литров слайма. Просто да. Так. Мама, не знаешь, как, сколько долго мы его вымешивали? Как долго мы его вымешивали? Баскетбол. Все, значит, никакого магазина не будет вам. Нет! Ксения. Ребят, как вы думаете, нас накажут? Не знаю. Теперь придется покупать еще клей для магазина. Маркус! Скорее всего, Ксюша из наших кармановых денег. Нет, я не хочу. У меня только 30 франков. И не знаю, сколько. Бум. В общем, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, чтобы наши родители нас не наказали. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Всем пока!